Всем ассаламу алейкум, всем привет! Посмотрите, какой хворост мы сегодня приготовили. Очень нежный, вкусный, он просто тает во рту. Давайте начнем готовить. Для розочек наших, для хвороста, нам понадобится 3 яйца. Я делаю на 3 яйца. Разбиваем. Добавляем туда щепотку соли. Ну вот, сколько здесь? Ну, здесь где-то, ну, щепотка, короче говоря. И добавляем сюда 1 столовую ложку с горкой сахарной пудры. И щепотка разрыхлителя. Чуть-чуть, много не надо. Все это перемешиваем просто в однородную массу. Вот, перемешали все. Теперь добавляем сюда муку. Сколько возьмет? Сколько возьмет? Сейчас. Стакан засыплю. Вот, замешиваем, замесили наше тесто и вымешиваем. Ну вот, чуть-чуть так. Втираем наше тесто, припуляем его немножко. Вот так вот. Убираем. И вот чисто. И сейчас, пока масло нагреется, потом будем раскатывать. Добавляем масло. Я взяла сотейник, чтобы экономнее было масло. Ну, как по одному. Ну, думаю, пойдет. Потом еще залей. Вот, все, налила. Жду, пока разогреется. И начинаем раскатывать наше тесто. Вот мы раскатали наше тесто. И начинаем нарезать. Я, наверное, все-таки нарежу просто на ровный квадрат. Края подровняем. Из них тоже, да? Из них тоже. Криво будет некрасиво. Нарезаем на вот такие полосочки. Ну вот, не знаю, сколько сантиметров. Я вот такой. Криво ушло. Надо было тоже взять. Ну ладно, что ж теперь сделаешь? Начинаем закручивать. Масло уже разогрелось. Придерживаем и начинаем крутить. Что-то толстое сильно я сделала розочку. Ладно. Первая розочка. Теперь переворачиваем ее. Надо будет потом что делать. Нарезаем потоньше. Потому что что-то я. И... начинаем заворачивать. Вот мы завернули нашу розочку, сделали ее шириной потоньше немножко. И прижимаем ее к стенке. Начинаем ее крутить вот так вот. Вот так вот. Вот наша розочка. Ну, она тут шарится. Ее немножко в масле вот так вот покрутим, чтобы она немножко придерживала, чтобы она не расходилась. Видите, какая она красивая. И переворачиваем. Также придерживаем. Этот кончик стенки прижимать и все. Вот так же ее немножко в масле покрутим.
кто снимает на видео, наверное, меня поддержит и поймет, когда на камеру снимаешь, почему-то не с первого раза получается. А когда дома для себя почему-то раз-раз, быстро-быстро, и так красиво получается. А здесь как будто закон подлости. Не знаю, почему так получилось. И убираем. Вот наша розочка. Готово. И убираем ее. Тоже красивая, да? Посмотрите, какой хворост у нас получился. Очень вкусный, нежный. Он просто тает во рту. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, оставляйте комментарии. Нам будет очень приятно. Всем пока-пока.